Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня я вам покажу новый метод обхода блокировки на телефонах Samsung, а именно на телефоне Samsung J400, так как данный телефон не поддерживает горячую смену сим-карт, и по нему у меня в комментариях возникает самое большое количество вопросов. А спонсор нашего сегодняшнего показа я сегодня в торговом центре Савеловский. Спонсор сегодняшнего показа — мои друзья из павильона L51. Ну что ж, приступим. Ну что ж, вот он, телефон J400, заднюю крышку я уже с него снял, и для того, чтобы обойти на нем блокировку, нам понадобится, ну скажем так, маленькая элементарная подготовка, а именно, телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi, но я так понимаю, что с этим проблем не будет. И второе, мы в него заранее установили сим-карту, которая требует ввода пин-кода. Как сделать такую сим-карту, вы сможете посмотреть по второй, внимание, не по первой, а по второй ссылке в описании к этому видео. Ну что ж, погнали, перезагружаем наш аппарат, да можно даже, господи, проще. Выключаем наш аппарат и просто включаем его заново. Опять же, в данном телефоне стоит сим-карта, которая требует ввода пин-кода. Кроме того, немножко о нашем спонсоре. Спонсор нашего сегодняшнего показа – компания PartDirect, то есть это павильон PartComplect, прошу прощения. PartComplect занимается оптовыми поставками телефонов. Можно поштучно, можно, соответственно, оптом. Скачать актуальный прайс можно на этом сайте. Ознакомьтесь, гарантия 25 дней. А теперь вернемся непосредственно к самому телефону. Телефон у нас загружается, производительность его, к сожалению, ну, скажем так, не очень быстрая. И некоторое время ждем, пока сейчас появится... Ну, в принципе, к Wi-Fi он сейчас сам подключится. Далее, что мы делаем? 3 раза вводим неправильный пин-код. Увы, с сим-картой, которой вы будете это делать, придется попрощаться. То есть для того, чтобы этот метод сработал, придется распрощаться с симкой. Ну, можно где-нибудь тестовую взять, то есть это не проблема. Далее, вводим пин-код. То есть вводим, ну, давайте, допустим, окей. 1, 2, 3, 4. Вот. Пин-код, по код введен 9 раз. То есть нам надо полностью до конца заблокировать эту сим-карту. Итак, это надо сделать 9 раз. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Это он нам предлагает новый пин-код. 10, 10, да. Так, что-то не так. Вот, 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вводим неправильный ПО-код. Далее, 2 раза пин-коды. 7 раз. Шесть раз осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. То есть мы принудительно сейчас блокируем сим-карту. Три раза осталось. Два раза. И последний раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Окей. И видим следующую менюшку. После того, как мы уже заблокировали, убили нашу сим-карту. В это меню нажимаем на значок замочка. Далее, настройки уведомлений. Просмотреть все. Справа сверху нажимаем последние и выбираем все. Мотаем в самый низ до упора, ищем YouTube. Вот он. Далее, проматываем чуть ниже, уведомления в приложениях. О приложении. Политика конфиденциальности Google. Продолжить. Далее выбираем любую поисковую систему, не имеет значения какую. И здесь пропустить. Далее в браузере заходим на всеми нами известный сайт teleed.ru. Перейти. Справа сверху нажимаем на 3 горизонтальных полоски файлы.
Проматываем чуть ниже и нажимаем по названию статьи, чтобы она открылась полностью. Проматываем чуть ниже и давайте скачаем Quick Shortcut Maker. Скачать. Сейчас страница полностью загрузится. Интернет у меня сегодня не настолько хороший, как хотелось бы, но в целом работает. Итак, нажимаем еще раз «Скачать», «Продолжить», «Разрешить», «Окей». Еще раз нажимаем «Скачать Quick Shortcut Maker», «Скачать», «Окей». И третий раз нажимаем «Скачать Quick Shortcut Maker», и после этого в маленьком окошке щелкаем по названию файла «quickshortcut.apk». «Настройки», естественно, разрешаем установку из неизвестных источников. Назад, установить. Открыть. Далее, дело в том, что на данном телефоне, в чем нюанс именно модели J400, нету, ну скажем так, биометрии безопасности. В нем нету сканера отпечатка пальцев и нету распознавания лица. Поэтому в этом случае мотаем чуть ниже. Ищем просто по-русски слово «настройки». Именно в действиях. Вот они, настройки. Открываем этот список. И вот здесь ищем «Установите другие настройки, сети, авиарежимы, Wi-Fi, настройка Wi-Fi, настройки». То есть здесь должно быть что-то связано с кодом блокировки. Журнал управления. Включить, отключить Wi-Fi. Мобильная точка доступа. Видите, вот здесь подсказки такие есть маленькие. Надеюсь, что вам видно. Точки доступа. Выберите устройство. Видимость телефона. Wi-Fi роутер. VPN. Интернет. Роуминг. Вспомогательный вид. Раскладка. Экранный... промазал. Давайте заново. Где там? ИКЛМН. А, вот они. Давайте снизу пойдем. Уведомления. Вот... Да что ж такое-то? Это я, видимо, за... Давайте вот так вот переключусь. Итак, уведомления от трафики, мобильные настройки, спутник, политика конфиденциальности. Доступ к каталогам, сервисы заполнения, настройки, учетные записи, архивация и сброс, настройки сервиса, жесты датчика отпечатка, режим работы. Вот, нашли настройки, настройка блокировка экрана. Щелкаем по нему и выбираем просмотреть. Задать сейчас. Пин-код. Продолжить. И придумываем любой четырехзначный пин-код. Продолжить. Продолжить. Все. После этого просто перезагружаем наш телефон. Перезагрузка. Перезагрузка. Собственно говоря, этот метод работает практически на любой, на любом Samsung S8, S9. Но там достаточно просто через Quick Shortcut Maker зайти в самые обычные настройки и установить пин-код. Через отпечатки пальцев, то есть через биометрию безопасность, отпечатки пальцев или биометрию безопасность распознавания лица. То есть ключевой момент, нам надо поставить пин-код на телефон, так или иначе. Единственное, что если мы берем S8 и S9, после блокировки у меня был замочек, а на S8 и S9 там просто уведомление. Его двигаете вправо и нажимаете на значок будильника. Далее настройки уведомления и все то же самое. Итак, разблокируем аппарат и вводим пин-код, который мы только что вместе с вами придумали. Окей. Ну а теперь проходим процедуру первоначальной настройки заново. Начать. Далее. Пропустить в этот раз. Далее. И как раз сейчас увидим всю магию в действиях. Еще раз повторюсь, по... первой ссылке в описании к этому видео можно увидеть каталог моих друзей. Оптовые продажи телефонов partcomplect.ru. Можно и поштучно покупать, в этом нет ничего сложного. А также по второй ссылке в описании к этому видео будет ссылочка на то, как установить пин-код на сим-карту, если по каким-либо причинам вы не знаете. То есть метод сейчас работает практически на всех современных Samsung'ах, вот, именно на самых последних политиках безопасности. Но у нас в расход идет сим-карта.
потому что мы ее полностью блокируем. Да, я не спорю, можно сходить в салон Теле 2 и восстановить ее, но, скажем так, с этим тоже бывают нюансы. Итак, ждем проверку обновления. В ближайшее время сниму интервью у продавца как раз от павильона L51. Каково это работать на рынке, когда конкуренция вокруг тебя просто бешеная. Итак, он вводит, он просит ввести пин-код, и мы вводим тот пин-код, который только что придумали. Далее. Снизу у нас появляется кнопка «Пропустить». «Пропустить». И, собственно говоря, до конца настраиваем телефон, как будто мы только что взяли его из коробки. Естественно, на это тоже нужно некоторое время. Уже давайте доведем дело до конца. Кстати, здесь установлено самое последнее обновление, 4-й загрузчик. Я его только что перед тем, как снять для вас видео, обновил. Далее. Пропустить, все равно пропустить. Готово. Итак, как видим, телефон у нас полностью разблокировался. Остался только один нюанс. Дело в том, что взял этот телефон на витрине, и мне нужно вернуть его абсолютно в том же состоянии, в котором я его взял. Поэтому сейчас идем в настройки телефона. Настройки. Экран блокировки. Тип экрана блокировки. Вводим пин-код, который мы только что с вами придумали. И выбираем «Провести по экрану». То есть все, телефон больше блокировку запрашивать не будет. И давайте зайдем в настройки и удалим приложение QuickShark Code Maker. Готово. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я со своей стороны постараюсь ответить на них в комментариях. Ознакомьтесь с прайсом partcomplect.ru. Всем спасибо и до свидания. Впереди нас ждет действительно много интересного.